Вот вернулись, зашли, тут все-все заросло. Притом вот в рост человека. Я говорю, а виноград посади тут за кутки-то и расти не будет. Даже пробиться не может, это все выбирает. Так вот устроил Господь, чтобы люди работали. Вот и лица. По принуждению, не за компьютерными играми. Так, тебе вот эта жесть мешает сверху, сдерни ее туда. Вот вверху лежит, Володя. Сейчас. Смотри, рубашку порвешь одежду ты. Она одна железяка мешает. Это туда. Кидай просто так как. И вот это сбоку у тебя, вот это вот верхняя, она одна торчит. Да? Да. Вот так. Теперь я тебе... Вот это тоже забрать. Крапива. Плотную. Это буря была, видно, все сюда накидало. Ну, надо сверху-то чем-то придавить было. Она бы не подняла. Тут же стена у нас вот такая, шлаколитая. Вот так. И на сверху колесо положи с дороги. Оно уже не поднимет его. И вон откуда, Володя, ветер. Вон хорошая, это вытащи плиту, доска. Там все придавить, туда и кинуть, и тут проход будет. Вот сколько привезли. Там приделан. Вот так. Вот эти сбитые доски надо туда утащить, тоже положить. Во. Вот уже два прохода. И оттуда крапиву убрать. Смотри, она. Ее рвать надо пониже брать и тянуть. Тянуть, как она растет в этом направлении. Пониже брать, пониже. Тогда она не будет обрываться. О! Командовать хорошо. Руководить, руками водить. Вот, вот это такая работа. Мы ищем спрятанные сокровища. Все, забирай. А теперь целая хапка, иди, я тебе двери открою. Выноси сюда. Что же это тут такое? Буря-то была, и там тоже сорвала у нас с крыши. Что-то подремонтировали маленько или нет? Две трубы. Буря проверяет нас. Вот кошечка, мы прикормили ее, щата безродная. У нас своих тут с котятами шесть, но пришла. Дал ей поесть, она уже прибегает не первый раз. Вот она пришла. У нас еще манная каша с молоком, да еще и с рыбой. А в этой ничего нету. Поленница мы. Обеспечили себя. Вот много травы. Может на тележку, а? На тележке может? Нет. Люди, которые живут в общей квартире, то они ничего этого не знают. Ну что, не бойся, не бойся.